В Самарской области растет заболеваемость гриппом, ОРВИ и коронавирусной инфекцией. В группе риска, по словам медиков, дети, беременные женщины, люди с хроническими заболеваниями и пенсионеры. Чтобы защититься от вирусов, врачи рекомендуют использовать средства индивидуальной защиты. Мыть руки с мылом, избегать контакта с заболевшими людьми, проветривать помещение и пройти вакцинацию. По данным Роспотребнадзора, прививку от гриппа уже сделали более 26 миллионов россиян. Специалисты отмечают, прививаться нужно как взрослым, так и детям. Родители должны понимать степень ответственности, ведь отказывая своему ребенку в процедуре, они ставят под угрозу его здоровье. Прививаться надо, конечно, учитывая свое здоровье, учитывая рекомендации врачей. И не зря сотрудники Роспотребнадзора поднимают тревогу, что у нас не всегда родители так согласны на прививки. Но мы, как сотрудники детского сада, обращаем огромное внимание, внимательно смотрим, чтобы каждый ребенок был привит и чтобы у каждого ребенка была защита. Потому что дети за себя не отвечают, отвечают родители.